Сухопутные силы самообороны Японии и армия Великобритании проводят совместные учения, прорабатывающие способы защиты удаленных островов. Это первые за последние 4 года общие маневры, которые проходят в префектуре Гумна, не имеющие выхода к морю, поэтому для учений был построен специальный полигон, имитирующий остров. Представители СМИ были приглашены для наблюдения за ходом учений.